Белая овечка, что ты бьешь свое сердечко? Ох, чебуречки вкусные. А есть еще такие мини-чебуречки? Чебупели. Ага. Такие же пельмешки. Не люблю их покупать замороженными, готовыми. Проще свои пельмени тут сделать вкусненько. Ага, спасибо. Со своими специями, как знаешь, как тебе нравится. А то там, блядь, наделают хуйню какую-то. Вчера парень какой-то со мной играл, блядь. Ни хера у тебя, блядь, скинов столько. Говорит, я твой берил подобрал. Мне тоже хочется такой скин, блин. Где ты все это брал, блин? Я говорю, господи, где ты, говорю, брал? Где тут стоит? Вот в этой деревне. Вот я на метку поставил. Там тачка есть. Ты что, не, ты не пойдешь со мной на доки? Нет, пойду. Все, полетели на доки. Прыгай. Да рано еще, погоди. Я думал, ты прыгнешь. Обманите, все прыгают. Я не дрочу. Давай без меня. Со мной двое, ты мне нужен. Два человека, это стрёмно. Я их боюсь. Ты не бойся. У тебя двое. Да знаю, автомата нет никакого. Я прилетел. Ни одна обойма. Даже еще не приземлился. А, да один на корабле спрыгнул с корабля. Но он без пушки. Не так бывает, что любовь приходит в дом. Обоссы ему лицо. А где он? За этим был. Вот за этой будкой с окошком. За вот этим? Ну да. Он на корабле уже прыгает. Угу. Если ты сейчас встанешь в полный рост, ты все равно не попадешь. Тебе надо еще на ящик прыгать. Чё-то, он тебя вообще в другой стороне смотрит, смотри. Он думает, что ты на том корабле слева. Я даже прыгнул, видишь, он меня не заметил. Все, заходи на ящик, пока он там. Заходи на ящик, прыгай на ящик. И паси его. Чё ты проворонил-то? Да тихо. Тихо, 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 тихо. Все, засек. Интересно. Спалил, спалил. Да не засек он меня. Или спалил. Гранатку бы ему туда. Ага. О. Вон он там. Я, походу, спалил. Уже не туда смотрит, а на тебя. Да, видел он тебя. Уже спиной стоит. А раньше он туда смотрел, боялся, сейчас бы спиной бы он уже не смотрел. Значит, он тебя высматривает, он тебя видел. Ах, он меня, смотри, как я висит. Угу. Ты человек паук, блин. Кинь ему паутины в ебло. Пью, Олег. Да чё ты там высматриваешь, стоишь, Алёша? Давай ко мне вылазь. Сейчас через корабль побежит, вставай на карта и расстреливай. Ну да. Хотя пока он через мост перебегает, я буду ждать его до последнего. Пока ты встанешь на корточке, это займет 2 секунды, а он через мост быстро пробежит. Не успеешь ты его убить. Вот про что я и говорил. Все понятно.
Дверь закрыла перед ебальником. Охота в зоне. Кто кого, блядь? А Миндл-то у нас все равно круче. Еще и третий шли, да? Ага. Еще и без сказ. Он полностью залутанный был. У меня даже этого бронежилета не было. И третий шлем там. Ты не подобрал. О, я нашел кое-что получше. Не, давай играй, попробуй затащить. Да какой? Я без тебя не буду играть. Я двоих убил. Ну я погляжу. И все. Че ты? Че ты один, ты боишься играть? Сказочный долбоёб. Да вот, я нашел кое-что получше. Вот, возьму вот это. У него тут есть что-то вкусненькое. Это вкусненькое. Пускай бот прибежит. А если коктейль Молотова долгое время не кидать, он под тебя не падает, как граната, да? Ага. Сука. Надо его выкидывать, да, оказывается? Обычно, когда гранату держишь с задержкой, она сама в руках взрывается, а коктейль не так, да? 2000 years later. Чё, опять задропали? Как получится. В том бою меня в доках сразу вынесли. Выжить надо сначала, а там видно будет. Я не против устроить охоту на дропы. Ну и при этом хочется фраги набивать. Так мы на когда хоть? Мне самый для меня хороший дроп, это не за которым ты ездишь на машине за этим, а который сам с ракетницы находишь. Потому что в нем всегда есть костюм Йети. А мне нужен-то все костюм Йети и АВМ-очка, и вообще красота. АУК не нужен. У меня QBZ такая же, как АУК, по сути. Так же мне так, только снайперку хорошую, все. Пулеметы, всякая гроза, говно, мне это все не нужно. Я только за АВМ-кой бы только поохотил. Гроза прикольная. Я с грозой вчера играл, что-то мне, не знаю. Она без глушителя вообще ни о чем. Я только одного вижу. Да, я приземлился на какие-то обои. Нет, трое было. Один на корабль упал, я видел. Ой. На левый. О, QBZ нашел. Ну вот, ты все. Так, на левом корабле был один. На этом не знаю, есть ли. Я не знаю, где ты там троих человек видел. Я видел только одного, блин. И вон он на корабле, кстати, на том же находится, на самом верху. Вон он там прыгает. Пока даже через мостики не переходил. Он на корабле на палубе находится. Да, вижу. Он, все, он переходит. На верхнюю палубу залез. А, их тут два. Одного положу. Ты его только вырубил. А вот еще по мне. Он почти все готово. Я ему весь шлем расстрелял. Он в хламину. Хорош. А этого поднял он, что ли? Мне фраг не засчитали. Он его поднял. Нет, он сразу сдох. Мне фраг... А, засчитали. Да? Засчитали. Нет, он сразу сдох. Если все, 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 засчитали, значит, засчитали. Бля, у меня ХП на крополяк, дай аптеку. Сейчас сдохну от любого бота, бля. Аптеки нет. Есть у них что-нибудь поживиться, а? А, вижу этого бота. Бот убил бота, бля. А, это не бот, он прыгает. Ебать, тут человек! Передо мной! На метке поставил. Вон метка. Вон он там прыгает, на скале бегает. У домика, на бархане, видишь? А, еще у тебя. Помоги убить его. Того. Их двое, там ну, их двое. Тем более. Надо их убивать. Это реальные люди. Блядь!
У них снайперки есть, а у меня нет, нихуя. Друг его ползет. Добей друга. Я добил, я добил. Да он уползет. Он в доме засел. В маленьком. Или за ним. Короче, гранату ему надо туда кидать. Он в доме заперся, походу, да? А нет, за ним. Ты уверен, что за... Нет, за ним его нет, он в самом доме. Я бы ноги видел бы снизу. Походу, в самом доме сидит. Пойдем? Ага, вон он, в углу. Лошара, Микарта. Глушак мой. Моя девчоночка такая клевая, только беспонтовая, ну типа без понтов. Я за нее готов, а захуячить любого, блять, чтоб не лезли, блять, не приставали, блять, и не хватали, блять, и не лапали мою девочку, да за задницу, да за любимую. А я пацан молодой, зовут Олегаю. Я ничего не боюсь, я быстро бегаю. За любимую девочку постоять я смогу. На другом берегу, на другом конце большого города. Я вызываю. Вызывай, да. Следующий твой. Пойдем снайперки поищем. Блять, аптек нет, нихуя. Опа! У меня тут, блядь! Человек с третьим шлемом. Бот. О, и третий шлем ходить не надо. Уже есть. Почти на кач. Так. Че, будешь брать МК-14? Нет, все. Я же сказал, больше не пользуюсь. Я тогда МК-14 этот АВМ сбросил. Фу, МД-4. Возьми. Ага, все, давай заберу. А чё у тебя только... А, 41 патрон. Я думал, только 2, блядь. Ну да. Так, ладно, пошёл. Я найду семерки, а то у меня мало. Пошли быстрее в зону. Чуть-чуть. У тебя же еще одна ракетница. Её выпала. Ну... Так, а на машине доехать не... Так подбери меня. У меня, кстати, вон баги есть, если что, я на баги поеду. Бери баги, езжай быстрее в зону, да и не что-то пьянец. Так у меня ракетницы больше нет, ракетницы-то у тебя. Ну, бери баги. Дебил. Я, видать, кнопку бибика не поменял на что-то другое, блядь. И нахуй вылетел. Нажал на пробел, блядь. Тебя ж на пробел бибиканье? На правую. Да, налево. На левую кнопку мыши на стрельбу, что ли? Да. А я на пробел нажал.
Вот дурак, блядь. И вылетел из машины на ходу. А я думал, на пробел бибикают. Ты вызвал? Да. О, у нас двое! К нам подкрались! Коктейль кидает. Обходит по низу. За этим камнями сидят. Вот за этим камнем. Тихо. Я задержкой кидать буду. Вот его жестко. Еще одну задержку кидаю. Убил? Пытаемся, Олег Смирнов. Да-да-да, убил, конечно. Да у нас там дроп еще, Олег. Я в курсе. Оглушитель я заберу. Что здесь еще вкусного? Ничего нет. Пошли, у нас там дроп, Олег. Да иди, иди. Да нет. О, к нам еще едут. Приехали двое. Метка на метке, чел. Они в баги пересаживаются. Сыкуны вонючие. Очкошники. Тактическая ложа, бери все, что тебе нужно. Они, блядь, на таком. А, тормознули. Они на таком трундуле эти были, блядь. Получил. Домики, Олег. Да, так я вижу, пол... вижу. Полу с МК-14 попал. Вон он опять пикает. Они там вдвоем сидят. Их высадили. Headshot! Вот и все, Олег. Я только одного высадил. Да он там низи, да я хае дам. Да давай, у меня хае нет, да, закидывай. Я пока их попасу из выхода. Хорош. Все. Пойду посмотрю, может у них гранатки были. Хоть у меня гранат нет. Блять, тут гранат нет, нахуй. Эх. О, граната одна. О, глушитель. На снайпу. Угу. О, нет, на автомат. Пойдет. Опа. Америка, Европа, Азия, Китай. Что за горностай? Опа, где-то мне тут песенку забываться. Нет, уже а, вижу. Вряд ли найду. Вон. Из этого? Из дома бегут, что ли? Угу. А, вон они, не вижу. Вон там. Вон они бегут. Я не вот вижу. Вот они, на метке. Да вот. Бингую я. А, вижу, вот теперь вижу. Чё, сближаемся, убиваем их? Конечно. Спасибо. Лучший, Олег, лучший. Будешь должен. Лучше, Олег, лучше. Ага. Две масхалатки сидят, лутаются. У меня каски, кстати, нет. Мне каска нужна. А давайте хотя бы. О, попадать. Дроп по центру лежит. Такая приманка. Опа. Прямо. А, третья каска моя. Не, я не знаю, я не рискну за ним идти туда, на центр. Ты там как будешь бельмо на глазу прям. Хоть и в костюме едьте. Надо с краев вообще сейчас все почекать. Если мы сейчас сразу в зону зайдем, к нам сзади еще кто-то может подойти, потому что людей здесь не видно, а их 5 человек. Надо играть от края зоны, и вообще надо зону закрывать сзади, смотреть. Оттуда люди походу пойдут, нет никого здесь в центре.
Погнали на край тогда. Я иду на край специально, потому что я боюсь, что там люди еще. А, вон там есть. Они перед собой стреляют. Опа! О! Дол? Спрячься! Ну ладно, поднимайся. Мы одного остались. Он не знает, где мы. Я с глушителем. Я тоже с глушителем работаю. Ну вот и все, он не знает, где мы. А вот зона... Как ж так вышло-то, блядь? Все, без меня. Тащи один. Надо было мне, дурак, убежать, а потом аптеку есть. А я, сука, дурак. Забыл, что зона. Вообще не обратил внимания. Хоть бы ты подсказал. Да я-то че? Сказал бы, Олег, глупо помер. Надо было добежать, нахуй, потом аптеку есть. Ты мне скажи. Че тебе сказать? Где эта гнида? Пока сам не знаю. Где-то с той стороны стрелялась. У меня 8 убийств, у тебя сколько? 8. Это мои убийства показываются. А мои где? Мои уже пропали. Это твои потом. Да, пропали твои. А вон он. Вижу, да-да-да. Интересно, он под дроп побежит, прятаться за дропом. Это будет легкий килл для меня. Если ты еще с колен успеешь встать. О, а, вон, он не знает. Он, конечно, не знает. Что мне делать? Подожди, когда выпрется, и зажми его спреем. Да я боюсь, что я коснусь спреем. Ты знаешь, как я зажимаю. Но с МК-14 тебе тоже не катит. Ты не успеешь его убить. Все, стреляй. Тихо, пускай. Да стреляй уже. Да у тебя возможности уже миллион был убить. Охренеть ты, стрелок Ворошиловский. Все в камень, блядь. Пиздец ты трус. Выйти побольше надо было тебе. Ну так тоже можно.